деточка. Как дела? Нормально. Нормально? Так, стреляют здесь или нет? Или ночью давали. А? А так ночью бывает, да? Ты не слышишь. Друзья, мы приехали. Слышим. К Лизочке привезли ей продукты. Благодаря Свете. Ой, к Свете, Свете. Благодаря их и вашей поддержке, вот разрушенный дом, они живут в летней кухне, это трудовские, а здесь вот периодически неспокойно, вот мы ехали, тоже пару раз слышали, как взрывались где-то снаряды. Не буду раздеваться, я тоже ранена два раза. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон, что вы помогаете деткам, живущим на линии фронта. Очень большое спасибо, как говорится.